Так, мы уже в оффроуде. Ну как, я нормальную взял машину? Да. Пойдет? Так, я туда ехать или нет? Вы знаете дорогу? Нет. Не, ну поехали. Тут все, блин, я увидел фары, думаю, подожду ребят. Ну я примерно помню, мы тут нормально уже катались не раз. Была масленица, а потом еще мы на покатуху после масленицы приезжали, тут нормально покатались. Такое рубилово было. Сейчас мы... Просто там пару таких есть перекосов жестких, я имею в виду, с длинной колесной базой будет немножко сложно. Ну, будем пробовать, в общем. Долетели вообще, комфорт, красота. Блин, ехал бы так... Боевой внедорожник, хотя бы наполовину, как БХ-семерка. Так, вот тут надо вправо, но что-то я там очкую. Или не очкую. Ё-моё. Где-то тут, типа, дорога. Тут где-то танк немецкий утонувший, Вадим говорил. Что-то я... Не, наверное, я не туда поехал. Да, надо возвращаться. И вот туда вправо. Да тут что-то немножко я не проеду. Наверное, там вот куда поехали. Да, правильно. Смотрите, ну плохо видно. Глазами чуть лучше видно. Он, движ едет весь. Ну, на боевых машинах проще. Там просто через низ проехал. Через высохший. Это там, где копейка оффроуд показывала. Через низ можно прокатиться. Там сейчас все подсохло. А нам по кругу надо. Давай. Так, нашел двух штурманов. Один, одного видно, один. Блин, два штурмана. Блин, сейчас повиснем и нас будут вытаскивать. Не-не, штурмана. Не, Веталь, я не поеду. Все, все, я сдался. Сейчас будет экшен. Я понимаю, им нужен экшен, но нам тоже, но пока рано еще, БХ-семерка нам нужна. Штурмана уже внутри с едой, короче. А что, вы не знаете, где лагерь? А где вы плов взяли? Мы знаем, где лагерь, понимаете? Ё-моё, слышишь? Нам начали показывать дорогу, нас вернули назад к тому лагерю, где еда. Валь, так, а где ваши машины? Валь, покажи водителю, где лагерь. Да я знаю, где лагерь, только там Валь, немного дорога неровная. Нет, это где наш лагерь, это не тот. Именно... А, не тот? Да не, давай в тот поедем. Валик, где? Нет, там уже все, там все разбежались. Все, уже закрылся? Нет, там разбежались. Там так уже... сейчас соревнования же будут. Да, ну там уже всем дали координаты, кто там где. Кто там, куда едет? Посмотри, да. Какой там движ, слышишь, машин сколько едет. Валя, так, подождите. Мы едем, слышишь, это мы сейчас попадем, к нашему лагерю? Слышь, правее или левее, куда ехать? Валик, ты должен по дороге сказать, что мы едем... Да я знаю, что по дороге. Ладно, давай вверх. Береза. Там накопано Валик. Снизу. Нам надо ехать к березам. Вам сейчас дядя Виталий сказал. Надо ехать к березам. Да то понятно, к березам, блин. К березам. Короче, он попросил, чтобы вы к нам... Короче... Валик, он не знает... Слышь, я не туда поехал, наверное. Ну, знаешь ты, надо было по нижней. Ехать давайте. Влево или вправо? Или давай по верхней, подожди, давай по верхней попробуем. Валик, а как мы доберемся до палаток до своих? Да подожди, давай. Я знаю, да. Дядя Виталик, ну, у нас есть возможность подойти? Дядя Виталик, спокойно. Сейчас тут будут тёлочки. Слышь, есть видео на канале Валера и тёлки. Посмотришь у меня, забьешь на канале, понял? Валера и тёлки. Есть такое видео. Слышь, тут какой-то обрыв, блин, слева. Руслан, это хорошее название вообще видео. Да, для любого канала, да? Слышь, там кажется все. А теперь будет валик. Дорога закончилась или нет? Нет, дорога... Какие-то там деревья. Ты хуёвый штурман. В смысле? Сам водитель такой. И вы там все заодно. Тихо. Еще и вы. Валик, иди. Вот смотри, мы должны были доехать до наших палаток. Куда мы? Спокойно. Я тебе объясняю. Да нормально идем. Вон, смотри, все там люди. Посмотри, сколько. Кто? Блин, главное... Да они едут. Главное с этого...
с этой горы не упасть. Это спецучасток, они походу... Подожди, мы тут касаемся уже чем-то. БХ-7 это нормальный внедорожник, если... Кстати, я тебе могу сказать, что тебе сегодня повезло. У тебя сзади сидит пассажир, у которого есть в тарелке плов. Даже если застрянем, мы не умрем с голоду. Да, и мы не умрем вообще пила есть, никак. Слышишь, мне кажется... В плюках мы не можем умереть в принципе. Да. Слышишь, я только... У меня тут бабушка рядом же. Не пойму. А что ты не поймешь? Да хуже чуть дорога становится. Ну хотя, но правильно идем. Ты знаешь, через низ там сложнее было бы, потому что я там знаю дорога. Там, знаю, там пару бугров таких жестких. Жопу, тихо, мы идем четко. Тут просто надо сейчас... Мы идем четко, но... Вот, сейчас надо правый поворот не пропустить, да. Понял? Ищи правый поворот, я тебя прошу. Ну сейчас можем прямо сразу туда взлететь. Не-не-не-не-не-не-не, только когда уже мы будем сжигать ее перед сожжением. Нет, подожди, это не наш лагерь. Да наш это лагерь. Я где лагерь знаю, я даже координаты не забивал. Просто мы едем и все. Дядя Руслан, повторюсь просто еще раз. Он попросил, чтобы мы построили свой лагерь. То есть, и да он, я понял. И он попросил, чтобы вы отвезли нас в наш лагерь. Подожди, давай мы сначала найдем... Попробуем все равно справа. Руслан, попробуем. Там... Не надо. Не, ну как-то да. Я что так, как-то я типа, так делаю, типа правильно еду. Так это на Ниве надо. У тебя нет Нивы, поэтому ты не понимаешь, что ты... Да я знаю, что нет Нивы у меня. Да. А где твоя Нива старая? Она не будет продаваться по запчастям? Нет, она будет... Слышишь? Ну, а вот и конец дороги. А вот и приехали. Ёханы, не, ну лагерь вон. И все, и поворот справа. Давай, справа. Поворот не туда, знаешь фильм? Все, дорога закончилась, наверное. Нет, тут просто бурено. Это не может быть. Это предел просто Украины. Нет, не отремонтируемся. Давно? Только слафету сняли чемпионат. Давно? В Одессе чемпионата Украины только слафету сняли. Нива выдержала, только шайбочки повыпадали и все. И все? Да. Блин, ну ты уже довел ее до нормальной конструкции. Да? Ты же не два первых. Ни хрена себе. Ну такими фарами еще не выиграть. Круто, слышишь? Так ты уже довел ее до нормальной кондиции, да? Все уже. Ну, еще капот. Можно еще дальше зарабатывать, до 33-х колес. А сейчас 31 же, да? Да. Да, ну. О, а это, слышишь, видели, у вас там в багажнике люди сидят? Да. Не люди. Это не люди. Так, друзья, звуки тут уже. Серьезные какие-то внедорожники, судя по звуку, едут. Какие-то тут заросли. Палатки. Вот какой-то человек. Кто это? Привет. Штурман. Блин, машина крутая у вас. Где-то я ее видел. На триподорах, да? А где этот пилот? Где? А бездвиживают, да? Выводят из строя заранее. Вот эвакуатор. Это доставка этой машины. Короче, движение вот-вот начнется. Мы вовремя приехали. Вот какие-то люди тут. Офигеть. Резко. Опа, машина. Так, отойди. Машина жива. Починили или что? Распредвал поменяли? Конечно. И что было? Причину нашли? Да, нашли причину. И что, в чем было? Насос? Насос. Какой? Масляный? Да, масляный насос двухконтурный. Задавливал и обрезал шлицы. Ну все, покажешь сейчас, как ехать надо. Тут люди ходят. Ого. С Абалони машины тут. Тут есть все, короче. Посмотрите, какое движение. Привет. Тихо, тут серьезный пилот, серьезная машина. Скоро будет экшен. Куда-то все едут, я так понял уже. Так еще ж в 10, еще ж рано, или сколько время? Владика, а сколько время? А, не, уже 21:21 время. 21. А вот и собака бежит. Чуешь, очко хозяина приближается. Да, да. Да. Киношерпи. Подарочный сертификат. Сейчас поездка на шерпе с друзьями, плюс 3 человека. Это как на самурае 2 года ездить по эквиваленту. Братан, покатаешься, с днем рождения. Спасибо, пацаны. Благополучие. Клуба. Ура! Ура! Юля, давай, вроде у тебя день рождения, я тебя сфотографирую.
Вадюка! Конотоп дарит час поездки на Шерпе. На Шерпе? Спасибо! А ты теперь начнем сушки, а? Пожалуйста! А вот они все приехали! Я можно сушку, не все приехали! Шерп! Ну нельзя, так понял. Марк! Чтоб она не попадила тебя. Это ж не вы! Поэтому шип-шип! Ура! Шип-шип! Ура! Шип-шип! Ура! 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 Данюха, у Вадюхи! Ложись в 15 секунд. Да, я быстро. Нам сказали, что ты без паштета не доедаешь. Неожиданно. Блин, вот и третья подоспела. Вот это уровень вообще.